как всегда, традиционно отмечаем День Матери на нашем заводе. Надо сказать, что мы все праздники значимые обязательно отмечаем. Обязательно, несмотря на разные преграды, ну, в частности, из-за коронавируса, видите, мы с условиях ограничения, но мы их проводим обязательно. Но не только вот в таком формате, но обязательно концерты, обязательно еще мероприятия. Конечно, лучшие поздравления для мам – теплые слова детей. Студенты железнодорожного колледжа признались им в любви в видеороликах. Участвовали в конкурсе первый раз. Я очень благодарна организаторам за такой праздник. Дочь моя Марина обучается в железнодорожном колледже. Нам вообще сказали за один день. Ну и все, я где-то делала, может, 2 часа, 1 час, пока подбирала музыку там. Вырезала все, обрезала. Если вы подумали, что это профессиональный танцор, то вы ошиблись. Это приглашенный гость, сержант 36-й общевойсковой армии. Кстати, сами заводчане легко могут и петь, и танцевать. У нас поют сварщики, у нас поют токари, у нас очень талантливые люди, поэтому концерты получаются такие душевные. Мы очень много положительных эмоций получаем также от зрителей, потому что они потом нас благодарят. Это нашим артистам очень приятно. Мамы наши милые, мамочки, мамули, у кого-то молодые, у кого уже бабули. Ах, как хочется обнять вас, ведь вы у нас одни. От сынов и дочерей поклон.